Даже спасибо, что еще на мой канал. И как вы заметили, это видео снимаю я не одна, а с моей сестрой Викой. Всем привет! И ссылочка на ее канал останется в описании, так что можете заглянуть на ее канал. В общем-то, сегодня мы с Викой играем в такую игру, я не знаю, вроде как она так называется, обсуждаем видеоблогеров. Нет, это не будем ее на кого-то гнать или там еще как-то их обсуждать. Мы сегодня из вот этой вот шапочки будем доставать три бумажечки с именами видеоблогеров. Допустим, нам попал, допустим, мне попалось там Ивангай, Марьяна Ро и, допустим, там Катя Анушкина. И, допустим, у нас есть три... Фу, ну, свет не говорит. Сорян. Вот. И у нас есть три функции, можно сказать. Это первое, цель коллаборацию, потом сделать с ним рекламу или же поставить дизлайк. В общем-то, не будем медлить, поехали! Да, сейчас мы с Викой почикаемся на Цуефа, и кто выиграет, тот первый будет доставать сюда бумажку. Поехали. Цуефа, Цуефа. Я выиграла, я первый достаю бумажку. Так, перемешиваем. Сейчас вот перемешиваем, прям вообще прям перемешиваем. Все. Так, достаем бумажку. Бумажка номер один. Елена Шедлина. Бумажечка номер два. Халберы. О! И третья бумажечка. Тимоха Сушин. Ага. Даже. Так, начнем с Лены Шедлин. Наверное, с Леной Шедлиной я бы просила у нее рекламу, наверное. С Халберами я бы... Нет, блин. Так, ладно, посмотрим, так я их смотрю. У Халберов я бы просила, наверное, рекламу. У Тимохи Сушина я попросила снять коллаборацию, а, наверное, ей начнёт для дизлайк. Я просто сейчас, типа, сейчас смотрю, поэтому, сорян, я все равно смотрю, как бы не смотрю, но мне нравится Елена Шедлина, просто мне так попалось, ребят, сорян. Просто и всех, все они мне нравятся, так что, наверное, начнёт для дизлайк. Да. Теперь Вика. Бумажечка, да. Номер Рай ТВ, это там что-то Саша, вроде какой-то видеоблогер. Это который снимает пранки, я не уверена. Ну, в общем-то, вы видите его как-то. А4. Влад А4. И... Ивангай. Ивангай. И все мальчики. И так. Ивангай. Скорее всего, с у А4 я бы попросила рекламу. Нет, у Ивангая рекламу, с А4 коллаборацию, а... С этим Рай ТВ, поскольку я его даже не знаю и не смотрю, я бы ему поставила дизлайк. Окей, хорошо. Держи. Он один раз в мой комментарий лайкнул. Рай ТВ. Итак, следующая я. Следующие три видеоблогера. Первая. Давайте вот здесь вы видите, кто это такой. Сливки Шоу. И, кстати, не уверена, что это написано правильно, Сливки Шоу, так что простите. Никита Златоуст. И последняя Саша Кэт. Ага. Понятно. Саша Кэт, я бы попросила бы, наверное, рекламу. У Никиты Златоуста я бы сняла бы с ним коллаборацию, а Сливки Шоу поставила бы дизлайк. Я просто не смотрю Сливки Шоу. Да. Я просто не смотрю Сливки Шоу и все. Так, теперь. Сливки Шоу. Да. Так. Первый ютубер. Я гирлянду супер, мне не нравится, как шумно, почему он мигает. Соня Есман. 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 Соня Есман. Так, дальше. Берсик. И Маша Южакова. И Маша Южакова. Ну, думаю, всем понятно. С Машей Южаковой я бы сняла коллаборацию. Окей. С Берсик. У Берсика я бы попросила... Рекламу. Рекламу. А у Сони... Есман. Дизлайк. Так, следующая я. Кстати, мы уже сыграли три раза, нам осталось еще два раза играть. Мы сейчас будем пять раундов играть. Пять. Так, достаем первое видеоблогера. Вики Шоу. Кстати, почему мы сегодня не написали? Вики Шоу. Следующий видеоблогер Ларин. Блин, мне так повезло, ребят.
и Янго. Так. Я сняла бы коллаборацию с Вики Шоу. Я попросила у нее рекламу, а Ларину дизлайк. Последний раунд. Ютубер номер 2. Марьяна Ро. Марьяна Рожкова. Марьяна Ро. Марьяна Ро. Все уважаемые Марьяна Ро. Дальше Фая. Фая. И Милена Чижова. И Милена Чижова. Так, не лишай же бумажки. Ну, не важно. Так. А Милена и... Ой, Марьяна Ро, ну, возможно, коллаборацию. Я бы рекламу. Ну, не важно. Фая... Реклама. Фая реклама. Не, мне кажется, Марьяна Ро лучше рекламу заказать, потому что на денег. Ну. Не важно. Милена Чижова дизлайк. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Мы пообсуждали видеоблогеров. Вы увидели на моем канале первую часть, а на Викином канале вы можете увидеть вторую часть. Бегом опускайся в описание, переходи на Викино видео и на Викин канал, подписывайся. Мы тебя там ждем. Всем удачи и добра. Всем пока-пока. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Put my glasses on.